Весь день стояла жара просто нестерпимая. Потом была молния с громом, и вот сейчас вот радуга. И причем с левой стороны небо светлое, а с правой стороны небо темное, реально. И причем радуга там двойная. Это нечто, это надо видеть. Вот сейчас вот все небо одинаковое. Там вот чуть-чуть посветлее. А здесь вот буквально вот с левой стороны небо явно светлое. У меня просто слов нету. Ну ладно, конец.